привет, с вами Станислав Андрей. С нами чаек. Ладно, опять у меня, я люблю поболтать. Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами сегодня чаек. Здоровья вам, вашим близким, берегите себя. На самом деле у меня сегодня день рождения, вы будете смотреть этот ролик позже, да. И, блин, я не нашел ничего умнее, меня часто спрашивали, как я собираюсь его проводить. И я как бы не нашел ничего лучше, как сесть и запилить для начала пару роликов на игровую тематику, сделать обзор моей коллекции на игры для PSP, у меня их очень много. Сейчас пару роликов по этой тематике запилю, потом сегодня нужно снять тематический ролик, нужно снять пару роликов на тюремную тематику, пару роликов на, ну, скажем так, на нейтральные тематики. И, ну, вот так вот я провожу свой день рождения. Вот, вечером там, не знаю, съезжу, не съезжу, с друзьями встретиться, короче, вот. Ну, ладно, это лирика, давайте начнем об играх на PSP. На самом деле, мне очень нравится эта консоль, мне нравится PS Vita, я люблю PSP, если я куда-то лечу отдыхать, я беру с собой PSP, ну и, как правило, там не играю, да, сыграю пару раз, потому что, ну, ой, телефон тут пиликает, не очень хочется играть на, ну, не всегда хочется играть на отдыхе, либо там буквально 15-10 минут в день. Вот, но у меня очень много дисков на PSP-шку, и мне это, ну, мне очень нравится эта консоль тем, что, во-первых, диски очень, ну, дешевые, да, от 100 там, до 300 рублей в основном, ну, если это не какие-то вот такие действительно редкие игры, которые продают те, кто в этом разбирается, там, коллекционеры или те, кто занимается продажей. И второй момент, очень много игр, ну, реально таких, которых больше нигде не встретишь. Из серии там «Жанна д'Арк», «Дон Кихот». Я нигде больше не видел таких игр. Возможно, есть. То есть я так понимаю, например, если многие игры, которые выходили в Европе, там, или в Штатах, или в Японии, в России, вообще не найдешь, то на PSP очень много попадается игр, которые, ну, для России не характерны. Вот. У меня такие тоже есть. Ну, начнем, так сказать, ну, не то что с трешачка, в любом случае у меня на полочке все это стоит по алфавиту мы и будем их смотреть. Ну, начнем с Essential, а Essential в основном как бы мало чего интересного имеет, но давайте начнем. Первая игра — это Pixar «История игрушек». Вот. Я помню, как я хотел поиграть в эту игру на SNES в 90-х, мне казалось, реально это вот трехмерная графика. Что самое интересное, я проходил эту игру, мне подарили год 4 назад PS Vita, ну, я там ребят просил, они мне купили на днюху, кстати. Вот, и там такой был пак, там был код на то, чтобы загрузить какое-то количество там игр, 5, 6, 7 игр с PSP, вот по тематике вот диснеевской. Там были «Тачки», «Ратахуй», «История игрушек» и так далее. Вот. И вот почему-то я «Историю игрушек» прошел. Ну, как бы, ну, вы понимаете, о чем я. Вообще, конечно, трогательная история, да, про игрушки, заброшенные детьми, но игра, как бы, ну, ни о чем. Вот он, тот самый «Рататуй». Кстати, и мультик я не смотрел, «История игрушек». «Рататуй» я тоже не смотрел, ни мультфильм, не играл. Ну, мне кажется, это такие проходничковые игры, которые делают, ну, лишь вот, ну, на основании вот этой самой франшизы. Мне кажется, они из себя ничего не представляют. Возможно, ну, там на 16-битные консоли или на 8-битные, да, игры вот по мультфильму были крутые. А на 32-битные, вот плюс там на и дальше, ну, мне кажется, часто делают трешак. Выстрелил мультик, и как какой-то, ну, этот самый, как это, мерчендайз, делают как бы игрушки. Вот. Дальше. А, дальше. Крэш. Битва титанов. Он, кстати, без мануала. Я, кстати, сам не помню, что тут с мануалом, что тут без. Ну, я не знаю, про что здесь. Файтинг, что ли, вообще какой-то или нет. А, ну, Крэш Бандикут, я признаю, только первые три части. Я играл и проходил их все еще в 90-х годах, в 99-м. Ну, в 99-м точно, и, ну, возможно, в 2000-х, когда вот у меня там еще была PS1 какое-то время.
Самая крутая мне нравится третья часть. В переиздании я играл, много раз говорил. Мне кажется, они там перемудрили с управлением. Я просто первую часть не могу пройти. Там, где вот по этим мостикам небесным прыгать. Вот. Вот эти Crash Bash, Crash Титаны. Не знаю, для меня, ну, как мне кажется, не только для меня вообще, это уже что-то другое. А, так, следующая игра, Assassin's Creed Bloodlines. А, где это все происходит, не по Альтаир, ну, наверное, все это происходит, да, вот судя по скриншотам, все это происходит, ну, вот там же, где происходило действие первой части, в какой-то арабской стране, не помню, врать не буду. Вот, ну вот в начале прошлого уже тысячелетия я не играл в первую часть, я играл во вторую, в третью, вот проходил, сейчас играю в четвертую, ну в Black Flag, в эту не играл. Ну, как бы мне не нравится в Assassin's Creed как реализовано управление, потому что нельзя, бежишь, постоянно за что-то цепляешься, то есть понятно, что еще Шевцов в Айтипедии говорил, что тяжело сделать такого масштаба игру, вот с управлением там точечным, да, но вот что есть, то есть. Ну и как бы до кучи следующий вот он же, да, Assassin's Creed Bloodlines, только если та силдовая. Но она заклеена вот этими, видите, из NVIDIA, наверное, по дешевке купил, как все подряд скупал. Это открытая, так что будет возможность поиграть, если захочется. Следующая игра это Capcom Classic Collection. Вот это круто, да, несмотря на то, что это Essential, вот так все это выглядит, Reloaded. Так, здесь очень много таких крутых игр, 1142-43. Ну вот я таких, которые наибольше, по моему мнению, на слуху. Ghost and Goblins, ну Jaws and Ghost, Super Ghost and Ghost, Gunsmoke, Sansan, Street Fighter, три Street Fighter. В общем, ну на самом деле здесь ну, порядка 20 игр. Вот, не знаю, видите вы или не видите список, но я думаю, все прекрасно знают. Перезагрузка игр с Capcom, такие сборники, вот ими славится, по моему мнению, PSP, они все выходили на PS2 и на Xbox Original часто, но ну, играть в PS2 в эти сборники не совсем по кайфу, не совсем камильфо, а взять с собой вот такую, такой диск там куда-то в поездку и играть в классические игрушки, там в 20 классических игрушек на оригинальном железе, блин, мне кажется, круто. Так, вот тут буду складывать, валится все. Вот, и Capcom Classic Collection Remixed, вот. Я так понимаю, Remixed это вот, где они, ну там, подредактированные, да, игрушки, вот так вот все это выглядит, они разные, вот. Reload, перезагрузка, Remixed, то есть, ну, что-то с ними сделали. 1941, Bionic Commando, Final Fight имеется. Тут уже меньше таких игр, которые, ну, Street Fighter, Strider, Three Wonders, кстати, охуенная игра Three Wonders. Я играл, очень хочется мне вот эту игру на Neo Geo AES, я не знаю, сколько она стоит, но я ее, по-моему, вот здесь вот и играл, на этом как раз сборнике. Это круто, блин, я считаю круто, вот я очень рад, что у меня есть вот эти два сборника, хоть и в Essential, несмотря на то, что это Essential, соответственно, их должно было выходить много, на самом деле не так часто они попадаются, по крайней мере, ну, какая-то одна из них. Следующая игра это Gran Turismo The Real Driving Simulator. Gran Turismo я играл в первую и во вторую, по-моему, на PS1. Включал, запускал шестую на PS3. Мне вообще нравятся, в принципе, такие игры. Мне нравится то, что там есть реальные машины. То есть мне не нравятся на гонке, да, вот симуляторы, где там вот эти спорткары, такие какие-то нереальные машины, которые, во-первых, мне не нравятся сами по себе, то есть между Lexus'ом 570 и, ну, не знаю, там, какой-нибудь Ламбой, да, я бы выбрал Lexus.
Ну, учитывая, ну, давай, если там, как вводные нельзя продать там и купить на сдачу там, ну, на расход что-то еще. Вот ездить на Ле, ну, вот, несмотря на то, что там на порядок дороже, ну, как бы и престижней в том числе. Конечно, это разный класс, мне не нравится. Гораздо больше мне нравится ездить на тех машинах, на которые я уже ездил, либо на которых, ну, реально поездить в реальности, посмотреть, как они управляются в играх. Вот, я не знаю, если здесь это, ну, смотрю, какие-то кары, суперкары, вот, например, там в шестом, помню, Infiniti была QX, ну, FX, точнее. Так, далее, Invisimals, охота начинается, это вот эта игра для камеры, она тоже у меня не помню, ну, не знаю откуда, какие-то игры вообще не понимаю, как мне достались, кучами там брались и так далее. Это какие-то вот эти зверушки, типа iToy там и так далее, ну, не знаю, как бы, сказать, в общем-то, о ней мне нечего. Вот, чемпион райдер, кони, все так, ну, сами понимаете, это трешачок, почему-то я посмотрел картинку, мне вспомнилась история, я там ездил, ну, к своей знакомой в больницу, и там лежала девочка, ну, там отделение реабилитации, я не знаю, неврология, возможно, и она... занималась конным видом спорта, ну, не знаю, кем, жокеем, там, или как это называется, и она, ну, лошадь упала вместе с ней и как-то повредила ей позвоночник. Я видел фотки, какая она, и видел, какая она в больнице. Вот, ну, у нее покорежено лицо такое, ну, короче, ну, видать, вот невралгии, нервы, ну, блин. Просто вот человек катался на лошадях. И почему-то вот такая грустная история в день моего рождения мне вспомнилась, когда я увидел... ну, вот эту, казалось бы, безобидные картинки с катанием на лошадях, но то же самое я знаю людей, которым отрывали ноги в автомобильных авариях, поэтому, так сказать, человек предполагает, Бог располагает. Ладно, не будем о грустном, дай Бог, та девочка восстановилась или восстановится. Следующая игра – Cave Heaven, только на PlayStation, непонятно, правда, на какой. Cave of Heaven, это, ну, мне кажется, это что-то RPG, какая-то японка, потому что здесь какие-то эльфы, мельфы, а может и не японка. Хотя, судя по, ну, разрезу глаз, именно со стороны восходящего солнца. В общем, ну, что могу сказать, не играл, вообще из этих игр практически ни во что не играл, как бы. Little Big Planet, вот, новая версия, разработана специально для... PSP. Я помню, когда вышел Yoshi's Woolly World на Nintendo Wii U, мне пацан как раз на днюху, 3 года что ли назад ее подарил. Я в нее играл, я читал описание, ну, что-то, или комментарии, и кто-то писал, эта игра нравится лишь, типа, игра говно, нравится лишь тем, кто не играл в Little Big Planet. Я играл в Little Big Planet, в третью часть на PS4, вообще не зашла. А вот Yoshi's Woolly World, вот как говорил Паша Наото Филюшкин, она, мне кажется, не изменилась со времен Yoshi's Island. Все то же самое, меняется только графика. Вот, это и хорошо, и плохо. Ну вот, я не думаю, что мне зашла бы это, но в любом случае такой must-have, красочная, прикольная игра такая, своеобразная, ну, в своем роде уникальная, поэтому я рад, что она у меня есть, хоть и в издании Essential. Ваше здоровье. Сегодня пуэрчик попиваю. У меня с вчерашнего дня мы со Светкой заварили. Она, бедная, заболела. Я ее там пока отвозил. Пока она тут приспала еще днем. Проснулась больная. Пуэром напоил. Вроде взбодрилась. Но заварил такую нефть, что вот на сегодняшний день осталось даже. А под эти три игры я покупал три диска. Сейчас я покажу подряд. Это Sega Minis Volume 1. Вот, мне нравятся такие сборнички. Это первая часть. Здесь у нас Pinball, Fantasies, Spot the Difference, Yeti Sport, Zombie Toucan и Vibes. За Pinball респект. Yeti Sport, я помню, в каком-то журнале, вот посвященном вот этим мобайл, помните, раньше были журналы, посвященном вот этим телефонам, смартфонам, какой-то вот радиотехнике, эту игру где-то там можно было скачать. Зомби Тайкон, ну, не знаю, тайконы вообще, ну, я, кстати, смотрел обзор игры, в какие стоит поиграть на Xbox One, рекомендовали поиграть в Zoo Tycoon,
или как она, Zoo просто называется, ну, симулятор, Zoo Tycoon он стоит. Ну, что-то не особо зашла, хотя веселенькая такая красочная игра. Вот за пинбол респект. Вторая часть, Mega Minis Volume 2. Здесь у нас Arctic Adventures, как она, Dodge, Red Ball X-Fighter, Young Thor, Monster Stole My Princess. Монстры украли мою принцессу. Не знаю ни одной. Red Bull X-Fighters, я надеюсь, какой-то, может быть, типа шмапа, не шмапа. В общем, здесь 4 игры, одну можно загрузить. Не знаю, поддерживаются они или нет до сих пор. Вот, прикольно. Ну вот, пинбол пока еще не переплюнула мини-игра. И третья часть, Sega Mini, Minis Volume 2. Вот, раз, два, три, получается три. Вот так она выглядит. И здесь Arcade Air Hockey, Archibald's Adventure, Break Quest, Ice Road Trackers, кит-грузовики, Who's That Flying, кто это летит. Ну, тоже 4 игры, причем непонятно какие, какую надо закачивать. Я не навряд ли буду открывать, они силдовые, оригинальная пленка. Они, в принципе, часто достаточно попадаются, найти их не проблема. Эти покупал сейчас какие-то копейки за 120 рублей каждую в какой-то из группы ВКонтакте. И, ну, пусть будут. В принципе, я говорю, я люблю компиляции маленьких игр на более своих старших консолях. MotorStorm Arctic Edge. Не играл. Ну, навряд ли бы я стал в нее играть на PSP. Такие игры нужно играть с хорошим графоном на PS3. Например, я играл в какую-то часть. И всего MotorStorm, MotorStorm Apocalypse, правильно? MotorStorm Arctic Edge. У меня нету. У меня есть MotorStorm Complete, кстати. У меня нету Arctic Edge, по-моему, на PS3. Есть на PSP, но навряд ли в нее стану играть, потому что такие игры играть на PSP, ну, не очень мне нравится. Я бы лучше в мини поиграл. Еще одна такая же игра, не буду вас долго мучить описанием ее, тем более мне сказать о ней нечего. Я так понимаю, эти гонки, они вот именно на зимних баги, мотоциклы, кстати. Вот как называется это на мотоциклах? Слалом, там, мотослалом. Так, что-то мне там смс-ки приходят. Дальше. Namco. Namco Museum. Battle Collection. У меня есть такая игра Namco Museum на... Вы недавно видели обзор игр на GameCube. Здесь их больше. Здесь также Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Neuralix. Но написано 20 аркад. Classic там потому что штук 6. А здесь, ну, как бы вы их знаете. Galaga, Pac-Man, Galaxian, Dig Dug, Mappy. Ну, я не повторяюсь, там Dig Dug 2, разные варианты. Вот, короче, круто, это вот та самая компиляция. Причем игры, я так понимаю, с аркадных автоматов, а не те, которые нам более привычны, вот именно на NES, ну, там, на Денди, да. Следующая игра, это Naruto Ultimate Ninja Heroes, вторая часть. Вот, первой, по всей видимости, у меня нету. Ничего не могу сказать, видел... Когда мелкому покупал PS3, видел там Наруто, как он включал, ну, как бы мультяшный, я не знаю, я не знаком с этой вселенной, навряд ли буду играть. Мне нравятся арты такие прикольные, но ничего более, я сказать не могу. И Наруто 3. Вот. Я не думаю, что она чем-то отличается. Я думаю, что в нее играть тут шелшейдинг, по-моему, да, или просто вот рисованный. Ну, PSP-шка прекрасно тянет такой графон. Просто нарисованная такая графика, нарисованные персонажи. Опять же, красивый японский арт, но ничего, кроме этого, я сказать не могу. Ладно, ребят, я вам показал 20 своих игр на PSP. Дальше, я надеюсь, будет интересней. PSP будут длиться какое-то время. Распаковки сейчас ничего не покупаю, но ребята дарят, будут. До Нового года соберу одну, наверное, 99%. В общем, вот так. Подписывайтесь, смотрите ролики на разные мои тематики. Здоровья вам, вашим близким. Берегите себя.